Это произошло не случайно, вся эта борьба. На мои плечи пала вина за то, что я дал злу шанс, в котором она нуждалась, и исполнил древнее предзнаменовение. Чемпионы царства Земли Райдена не смогли остановить Альянс Смерти от воскрешения и мумифицирования армии Короля Драконов. В конце концов, лишь Райден остался между Землей и полным разрушением. Не обращая внимания на желания древних богов, он бросил вызов в Mortal Kombat, Кван Чи и Шань Цуню в одиночку. Последняя надежда царства Земли на свободу. Райден отлично сражался против двух колдунов, и казалось, что победа уже близка. Но объединенная мощь Кван Чи и Шань Цуня была слишком сильна, даже для бога грома. Райден был побежден. Альянс Смерти одержал победу. Их победа была недолгой. Когда подозрения и жажда власти поглотили Кван Чи и Шань Цуня, бывшие союзники обратились друг против друга. Больше Альянса Смерти не существует. Кван Чи победил Шань Цуня и начал свое собственное завоевание. Но говорят, что возможен лишь один правитель внешнего мира. И он вернулся. Анага. Бывший император внешнего мира, король драконов. Этого не может быть! Предсказание исполнилось. Король драконов вернулся во внешний мир, чтобы воссоздать свою армию и снова захватить трон. Смерть ждет всех, кто станет на его пути. И вот новый альянс был создан в отчаянии. Заклятые враги объединили силы против большой угрозы. Райден начал понимать, что даже их объединенные силы не хватит для победы над королем драконов. Остался лишь один шанс. Жертва Райдена была напрасной. Взрыв не причинил вреда королю драконов. Теперь у Анаги есть все, что нужно, чтобы лепить из реальности то, что он захочет. Дурак, давший ему силу, это я. Лишь я могу уничтожить этого узколобого обманщика.
one. Fight! Fight!
Fight! Yeah! Yeah!
Fight! Yeah!
Round one. Fight!